Погода сегодня жуткая, Алтай в Астане отлично. Сегодня мы изображаем лето. Главное, лови лучи удачи, те, что с неба льются. Изображаем сегодня у нас 15-й. Благо, что сегодня у нас здесь на съемке в амбаре, поэтому дождь не слышно. Художники ездят по лесам, по полянам, по деревням. На самом деле здесь, в Тверской области, реально заброшенных деревень очень много. У нас в Алтайском крае такого не встретишь. Если ты хотел познать удачи, загадочный вкус, двигайся за мной, смелее. Как будто специально ее построили для нашей сказочной истории. Актеры гримируются, а свидетели требуют рамы. Художники декорируют амбар. Слушай, тебе сказали не ходить сюда, иди отсюда. Что ты здесь ходишь? Второй оператор Миша. Свой дом. Через одно. Место. Умеешь? Помнишь? Работа идет. Сейчас не дай бог тронется автобус и так. Прекрасно, все. Погода прекрасна. Мне кажется, это идеальная погода в принципе. Какая она прекрасная, объясни мне. Вот наступил этот момент. Где перчик? Взяли. Художником. Где взяли перчик? Художником. Я взяла. На этом точке. Друзья, наступил такой момент. Анастасия, пригласите, пожалуйста, на плакат. Вот Татьяна Орлова, Елена Николаева, Александр Петрова, а также Алексея Васильевна и всех наших свидетелей. Спасибо. Они выходят на площадку, пока не дадут артистский зон. Пусть солнце светит и пусть все смеются. Главное, лови лучи удачи, те, что с неба льются. А всего-то пакеты нужны, понимаешь? Человеку нужны просто пакеты. Я не войду в кадр. Я должен войти в кадр. Василий, заразил. Меня снимают, отстань, а. Пошли.